That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и я приветствую вас в своем прохождении сюжетной линии Battlefield Hardline. Итак, дорогие друзья, спустя год у нас совершенно новый Battlefield. Не знаю, что он нам покажет, но я очень надеюсь на стандартные клишированные полицейские истории. И как ни странно, именно здесь я ожидаю большое количество клише, которые будут совершенно уместны. Потому что полицейские фильмы или полицейские сериалы всегда на одно лицо, и именно этим они и привлекают свое внимание. Именно этого от них и ждешь. Надеюсь, в игре будет много юмора. Как я знаю, кампанию они все-таки решили продлить от стандартных коротеньких жалких 4 часов аж до вполне так приемлемых 6 часов для в основном мультиплеерной игры, коей является серия Battlefield. Ну что же, пока не знаю, что игра нам покажет, но надеюсь, будет охренительно. Вся игра будет записана в 60 кадрах, и чтобы посмотреть прекрасные 60 FPS в видео на YouTube, вы должны смотреть это видео через Google Chrome, только на ПК. С других устройств, к сожалению, 60 FPS вы не увидите. Поэтому, если хотите больше драйва и больше реализма, смотрите с ПК через Google Chrome. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки, если хотите как можно быстрее увидеть финал этой игры. Ну что же, поехали. Итак, начну я на сложности офицер, естественно, средний уровень сложности. Создан, чтобы обычным игрокам и новичкам в жанре было интересно и не слишком просто. Если же вы хорошо знакомы с шутерами, опробуйте уровень сложности ветеран. Я не хочу задерживаться долго на некоторых местах, хочу как можно быстрее и драйвово пролететь игру, поэтому офицер — это то, что нужно. Лицезрейте нашу славную страну, пока еще есть возможность, господа. Не скоро еще получится. Николас Мендоза. Черт, такой, как ты, должен нехило накосячить, чтобы стоять рядом со мной. Может, уберешь пушку, шериф? Пока кто-нибудь из господ не отобрал ее. Люблю смотреть, как грязные копы оказываются в моем автобусе. Это как бы намекает мне, что система работает. Хорошей поездочки, детектив. В чем же ты замазался, Мендоза? Майами, штат Флорида. 3 годами ранее. Отлично, мы на месте. Это недолго. Накроем этих чуваков и сходим перекусить. Ага, да, давай. Тут есть одно кубинское местечко. Кубинское? Черт, Ник, да ты же коп. Можешь позволить себе не только бобы с рисом. Правда? Бобы с рисом. Я сам тебе закажу. Ну, тогда вот что. Место выбираю я, окей? Я обещаю, тебе понравится. Ты кубинскую еду ел? В этот раз будешь за главного, понял? Ходи уверенно, смотри по сторонам. Найдем парня и грохнем их, чтобы даже не задумались пушки доставать. Ладно, делал я уже такое. Но без меня. Ну все, за дело. Давай посуровее там. Окей. Полиция! Откройте! Полиция! Никому не дергаться! Руки вверх, чтобы я их видел! Так, руки так! Вверх, я их видел. Отойди назад и выходи из-за стола! В дверь постучали. А вот тут ты не прав. Я постучал туда, куда нужно. Такс, и что же? Чувак, да ладно! Ник, давай в наружу, хватит, не умоем сменить. Такс, ну ладно, давайте-ка, его надо, ага, арестовать. Так, руки за голову, медленно повернись. Тихо! Спокойно. Медленно. Ты делаешь большую ошибку, брат. Мы теперь друзья. Вы все говорите всегда одинаково. Повернись, без глупостей. Что за херня вообще? Сам знаешь, херня это все, коп. Я с утра выйду, коп, и ты знаешь это. Да ну,
А кокаин говорит иначе. Иди нахрен! Ух ты, ёлки! Черт, да вы ты, черт побери, нахрена! Огонь открыли, идиоты. Боже, она всех убила. Быстро все идет. Это что было? Ты что, не проверил дверь? Я тот, кто арестовывает. Ты должен был проверить комнату. Ну да, проверили. И в какую же херню их втянули? Так, собрать улики. О, интересно. Можно даже поиграть немножко в детектива. Так, давайте-ка посмотрим, какие у нас здесь могут быть улики, кроме разбитого толчка, мать его. Есть. Ух ты, что там? Кошелек, ID. Узнаешь? Не, все плохо. Плохо это. Некого допрашивать. Эй, надоели эти бургеры уже. Взял кубинскую и там. Кто хочет есть? Эй, не с места! Давай. Так, погоня, погоню! Не с места! Стой, нигер! Ты делаешь только хуже! А, черт! Ух ты! Давай вниз, быстро! Ну все, сейчас погоняем. Давай, погнали! Неплохо. Неплохо. Задави никого! Надо остановить прямо сейчас! Двигаюсь на север по Матео, забрасываю подкрепление. Боже мой! Поворачиваюсь с Матео налево на Крокер. Так, окей. Да я типа стараюсь, чувак. Да, конечно, это не очень быстро все происходит. Ой, ё, где он? Ни хрена не вижу, куча мусора. Сбить бы кого? Сбить бы кого? Охренеть, вот псих. Он хоть знает, куда едет? Кто же что знает? Может и нет, может просто сумасшедший сукин сын, как и мы все. Ох ты, блин, неплохо. Неплохое такое начало, драйвовенькое. Экс. Стой, урод. Чёртовы кусты. Блин, впилился куда-то. Ладно, ой. Его надо взять. По колесам стреляй. Дай мне подобраться. Как тут стрелять-то, блин? Стоп, давай! Ух ты. Ой, чувак, давай. Так. Твою ж мать. Сочненько. Сочненько, я вам скажу. А ну стоять! Все, твоя быть. Вылезай! Нагонялся. На ближайшие 5-10 лет. Молчание. А, слышал уже такое, да? Electronic Arts представляет производство Visceral Games. В ролях Николас Гонзалес, Келли Ху, Трэвис Уиллингем, Денита Мартинес, Адам Харрингтон, Юджин Дарт. Приглашенные актеры: Александра Дадарио, Дэвид Де Сантос, Фред Татаскьор и Марк Ролстон. Battlefield Hardline. Шикарно. В результате напряженного полицейского рейда на гостиницу Овертаун пятеро подозреваемых погибли, и один находится под стражей. На этой неделе это уже четвертый связанный с наркотиками случай явного проявления жестокости в Майами. Мы попросили Джулиана Доуза, капитана отдела расследований, прокомментировать ситуацию. Расследование еще не завершено. То есть без комментариев, сэр! Расследование еще не завершено, вот мой комментарий. Если бы не было комментариев, я бы так и сказал. Без комментариев. Где все, черт побери? Нарковойна, сэр. По телевизору видел. Похоже, снова 80-е пришли. Надену свой белый льняной костюм, закатаю рукава. Надеюсь, с розовой футболкой. А пока, Стоддарт, спецзадание тебе. Детективы Мендоза и Дау, зайдите ко мне. Вы знаете друг друга? Типа того. Отлично. Будете напарниками. Присядьте.
Мендоза, ты обнаружил сегодня несколько килограммов кокаина. Поздравляю. Вот скажи, почему на пакеты ставят штампы? Метка изготовителя. Означает, что пакет не вскрывали после упаковывания. Верно. А штамп твоего кокаина нам раньше не попадался. Судя по всему, твоя находка дня от Тайсона Лэшфорда. С которым детектив Дао уже пересекалась несколько раз. Я хочу, чтобы вы на пару ввели его в курс дела. Сэр, последний рейд Мендозы, без обид, был полной катастрофой. Вы хорошо сработаетесь. Свободны. Между прочим, я следил за Стодардом из этого гостиничного номера. Я и не сомневаюсь. Не оправдывайся, детектив. Я и не оправдываюсь. Просто сказал. Так что там с Тайсоном Лэтчфордом? Его кокс для богачей, тех, кто не разбирается в нем. А те, которых ты накрыл, Тайсон уже не в их компании. Но иногда его старым дружкам-жуликам перепадает халява от него. Так, может, найдем какого-нибудь? Ты читаешь мои мысли, детектив. Так что будь начеку вечером. На этой нарковойне нет места шуткам. Можешь не рассказывать. За последние полгода я потерял двоих друзей. Оба патрульные. Да, слышала уже. Очень жаль. Мне тоже. Майами совсем в дерьме погряз. Это ведь как раз то, чем мы занимаемся. Разгребаем дерьмо. Стоддарт про тебя так говорил? Что говорил? Что ты обожаешь. У вашей машины грязное окно. Давайте я помою его. Не брызгай на стекло. О, Господи. Эй! Ладно, ладно. Эй, а может, отдадите, может, дадите мне хоть $5? Ладно. Знаю. Просто вы таких, как я, капиталистами называете. Не на моем дежурстве. Ладно. Хорошо. Следите за порядком на районе, офицер. Берегите себя. Знаешь, район, где я вырос, не очень далеко отсюда. Да? Из грязи в князи, значит? Дай-ка догадаюсь. С южного побережья? Не, из Лос-Анджелеса. Округ Ориндж. А, то есть из князи в грязи. Ага, типа того. Что это? Наверное, конфискация наркотиков. Я не согласен на обыск. У меня достаточное основание, полудурок. Мне не нужно твое согласие. Эй, Гусман, ты кого там взял? Нашего старого дружка Хакса. Нашел у него хот-шот. Весь багажник забит этим дерьмом. Эй, Хакс, где твой друг Тэп? Не знаю. Тэпа ищете? Ага, видел его? Не, но видел его, Карифана Брикса, вместе с шайкой Тэпа, на 12-й улице. Спасибо, Гусман, выручил. Отлично, детектив. Открывай уже! Это мой дом! Но что я сделаю, если она все пишет и пишет мне? Так, ты вырос здесь, но родился не в Майами, получается. Ага, в Гаване. Да? Как выбрался оттуда? С матерью. Она женщина упертая. А что с отцом? Не знаю. Не видел его лет 20. Мы старались убраться от него подальше. Он все еще на Кубе? Возможно, уже умер. Меня бы это вполне устроило. Какой ты добрый. Зато он был непонятно кем. Потому что у меня нет подтверждения оказания услуг. Так откуда бы у меня взялось это чертово подтверждение, если я даже не знаю, где находится? Черт! Пошел. Эй, притормози. Окей. У вас проблема, мэм? Долбаная крышка. Не ладно, подходит. Хорошего вечера, мэм. Иди нахрен. Хочешь, чтобы я вызвала подкрепление, Мендоза? Ага. КП, наверное, группу спецназа отправит. Приехали, кажись. На полицейской тачке весь район распугаем. Пошли пешком.
Пойдем. Это 13-й. Мы выходим из машины. Город отсек, бедный район. Поэтому отсюда только один выход. Это только раздражает людей. Не могу понять почему, но при езде на машине FPS залочивается на 30 автоматически. Очень странно. Тот, кого мы ищем, обычно околачивается здесь. Да, пока что могу отметить только очень качественную проработку всего, что я вижу. Возможно, это просто очень хорошо сделанный коридор, но я пока этого не заметил, и меня это радует. Ох, нифига там прет музон. Да, качает что надо. Все, у вас все нормально? Да-да-да, вот так. Приду завтра. Шикарно. Я так понимаю, ты знаешь район. Ага, только не был здесь давно уже. Пойду за тобой. Да, давай-ка. Черт, а он у тебя на побегушках, офицер? Томас, не заставляй меня шмонать твои мешки. Ты-то, конечно. Робин, угомони его и засунь это в пакет. Вот только никакого пакета у меня нет. Но нет у меня пакета. Ну тогда я засуну тебе его в задницу. Блин, жалко, нельзя. Сколько ж тут дерзких ниггеров-то, а? Жуть. Смотри, вон Брик. Осторожнее, Мендоза, он непредсказуем. Да ладно, непредсказуемее меня? Хотя Мендоза вроде не сумасшедший. Ладно. Он такой правильный, стандартный коп. Он меня знает. Я говорю тебе, мы сможем. Как будто 100 раз делали уже. Вы понимаете? Микола Фелпса напоминает. Вы даже не понимаете, о чем я говорю. Стоять! Джи, задерживайте подозреваемых, показывая значок. Держите преступников на мушке, чтобы контролировать их. Не спускайте с них оружие, иначе шкала тревоги начнет заполняться. Так, ну ладно. Ни один из вас. В общем... Стоять! Тебе какого хрена надо? Полиция Майами. Хотим задать пару вопросов. Эй, детектив, это кто еще? Это мой новый напарник, Брикс. Играем тут в плохого и очень плохого копа. Где твой друг Теб? Пошел ты нахрен, чувак. Че? Ладно, включай очень плохого копа. Ник, бери его. Говори, где Теб, и мы уйдем. Служи и защищай меня. Чувак, да он зависает сегодня. Это все, что я хотела услышать. Погнали, Мендоза. Вам это с рук не сойдет. Ну, конечно. Я знаю свои права. Эй, мы просто возьмем и оставим его тут? Уверена, что это умное решение? Нет, но я уверена, что он пытался убить одного из наших в прошлом году. К черту его. Давай, Степ в районе Аркола. Он там задерживаться не будет. Ну, типа, вон они ждут, блин, меня уже. Так, ладно. Избежать обнаружения. Стелс. Осведомленность. Осведомленность подозреваемого отображается двумя способами. Шкала тревоги, которая заполняется по мере того, как подозреваемый становится настороженнее. Конусы обзора на миникарте, которые меняются в зависимости от вашего положения. Вот эти конусы. И шкала, собственно. Ну, ладно, хорошо. За мной. Давай сюда. Окей, я здесь. Да здесь я уже, что тебе еще надо? Ну, перелезаем. Эй, напарник, ты же никому не расскажешь, что мы сделали это. Что сделали, детектив? Ага. Молодец. Правильный ответ. Пошли. Типа нельзя же, это частная собственность. Несмотря на то, что это полный сарай какой-то и срач. Так-так. Дыра какая-то. Кай, давай сюда. Спасибо. Кстати, извини, что назвала работу с тобой полной катастрофой. Неловко вышло. Но ты даже не подал виду. Стоддарт,
Что ты про него думаешь? Мы недолго с ним напарниками были. Тодор, лавочник Бугай. А весь мир его посудная лавка. Да. Выглядит все офигенно. Мне нравится. Помни, это территория Тепа. Если кто-нибудь заметит нас, ему скажут, что мы идем. Нам нельзя светиться. Ладно. Ты строишь оборону? В смысле, строю я все? Ага, строишь. Так. Ну и что ты скажешь на то, что я выиграю? Ты знаешь, что у меня? Да ни хрена ты не знаешь. Ну, чего ты сразу так? Ладно, смотри, как я тебя сделаю. Хватит ныть, давай играем. Отлично. Вот поэтому твоя двадцатка теперь у меня. Давай полтос сделаем. Повторить не хочешь? Черт, он мешает нам. Брось что-нибудь, чтобы отвлечь его. Что, камень бросит? Бросить предмет. Бросайте гильзы, чтобы отвлекать бандитов и оставаться незамеченным. Если вы отвлекаете несколько бандитов, бросая гильзу, то отреагирует только один из них. Ага, если бросить гильзу, радиус отвлечения отобразится на мини-карте. Так, С бросит предмет. Что там опять? Отлично. Как будто что-то с крыши рухнуло. А, уже не надо приседать, да? Если кондиционер навернется, то я останусь с сестрой. Если он навернется, я с ним разберусь. Как с пылесосом, как с котом. Ай, блин. Так, отвлечь, разделить и обезвредить. Если вы отвлекаете несколько бандитов, бросая гильзу, то отреагирует только один из них. Так, чтобы разделить группу бандитов, бросьте гильзу. А обезвредить, бесшумно подкрадитесь сзади. Ладно, хорошо. Мы уже на подходе. Мы не сможем просто так проскользнуть мимо этих бандитов. Ну да. Можешь разделить? Это же игра. Ладно, я разбираю. Еще игра. Заткнись ты хоть на секунду, дай послушай. Так, теперь подходим сзади и обезвреживаем. Отлично. И теперь вот этого вот. Все, прекрасно. Ну все, давай двигаемся к Тепу. Он нас там ждет. Оу, щит! Привет, Теп. Не надо бежать, все равно догоню. Ай, он не сбежал. Отлично. Мы ищем Тайсона. Новый напарник? Она уже опробовала на тебе свое карате. Я занимаюсь крафт-магой. Карате — это сказочная чушь. Опасная штучка. Тэп и Тайсон выросли вместе. Белые парни, любители приключений. Тэп остался здесь, а Тайсон уехал навсегда. Вставай. Руки за голову. Эй, Тэп, где Тайсон? Полно народу ищет Тайсона. Новости же, смотрите? Чувак залег на дно. Сейчас... В этой игре не так долго живут. Да, мы надеялись, ты просветишь нас. Мне столько не платят, Фидель! Ник, забирай его. Я думал, ты не пойдешь на это. Клянусь, вы копы еще пожалеете! Ага, а то как же. Тэп. А что это у нас здесь? А, у меня есть подписка на это. Я знаю, на тебя выдавали ордера. Я знаю, ты хранишь свой кок за углом под мусорным баком. Я знаю тот мелкий, который только что свалил отсюда. Наверное, побежал доставать его. И этот паренек реально еще маленький для этой херни. Поэтому тебя надо упаковать. И мы упакуем тебя. Что тебе надо от меня? Да все одно. Информация. Далее в Хардлайн. Ты ее новый напарник? Она уже опробовала на тебе свое карате. Мой друг Тайсон понятия не имеет, кто к нему направляется. Опять ты! That's the sound of the police! That's the sound of the police!